Позади череда волнительных экзаменов, и вот наступил долгожданный выпускной. В этом году в Видновском художественно-техническом лицее более 70 одиннадцатиклассников получили аттестаты о среднем образовании. Среди них два медалиста и один 100-бальный результат на едином госэкзамене. Конечно, гордость, большую гордость за наших ребят и такую грусть, потому что я расстаюсь с замечательными ребятами. Это грустно. Повзрослевшие, нарядные, немного грустные, счастливые одновременно, ведь школьная пора подошла к своему красивому завершению. С самого утра я очень сильно волновалась, мне прям, я очень долго ждала этого дня, прям очень долго, с самого первого класса. В этот вечер юноши и девушки вспоминали свои учебные будни и говорили много слов благодарности учителям. Учителя все у меня любимые, предметы, биология. Что хотите сказать любимому учителю? Спасибо за все. Помимо аттестатов, выпускникам были вручены грамоты и награды за активное участие в жизни школы. Дмитрий Парамонов проявил себя в творческом направлении. Я занимался бальными танцами. В школу ходил, конечно, не очень часто, но в танцах преуспел. Необыкновенно волнительным этот день стал и для родителей одиннадцатиклассников. Для нас это очень торжественный момент. Мы, конечно, у нас старший ребенок, первый у нас наш выпуск, поэтому... Я поздравляю. Он у нас молодец. Очень хорошо закончил, хорошо сдал экзамены. Надеемся, что поступим в вуз мечты. Счастливы. Сегодня такой торжественный день, который, ну, не могли не посетить. Отменили все рабочие свои моменты и здесь. Поздравили ребят с окончанием школы представители администрации и совета депутатов Ленинского городского округа. Всегда идите за мечтой. Да, вот для родителей сегодня день, когда они могут выдохнуть и там чуть-чуть набрать воздуха, и, так сказать, дальше сопроводить вас в институты и туда, куда вы пойдете, и путь будет нелегким и непростым. Но я уверен, что если есть желание, есть стремление, у вас все получится. В такой же торжественной обстановке получили аттестаты и выпускники второго корпуса Видновской школы номер 5. Мы, когда выпускаем детей, всегда это очень грустно, потому что уходит самое лучшее. Вот. Но, видимо, ну, так и должно быть. Да? Школа для этого существует, чтобы каждый год выпускать новое поколение во взрослую жизнь. На смену этим выпускникам придут другие выпускники, тоже не менее лучшие. Большое спасибо учителям. Они все-таки все эти годы нескончаемые, как думают ученики, были с вами рядом. В семье Ткачевых уже вторая выпускница, окончившая школу с медалью. Мама Юлия поделилась секретом успешной учебы ее дочерей. Воспитание. Твердая рука папы и ласковая рука мамы. Все. Одиннадцатиклассники признавались, что ждали выпускной вечер с нетерпением и тщательно подбирали образы, чтобы быть самыми красивыми и оригинальными. Я сегодня выпускница в первую очередь, а так, ну, просто такой образ у меня. Очень много эмоций, это, конечно, воспоминания, буду вспоминать всю жизнь. Познакомилась с друзьями, первые друзья здесь были. Ну, не знаю, это опыт в первую очередь. Что дальше? Дальше? Да, куда? Куда? Дальше только вперед. Только вперед, только за новыми знаниями в будущее. Прекрасная пора детства позади, а сейчас наступило время идти вперед и покорять новые горизонты. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.